Поступил вопрос от телезрителей, в каком порядке и в какие сроки будет выплачиваться пособие по беременности и родам с 1 января 2021 года. Право на получение пособия по беременности и родам имеют женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на период временной нетрудоспособности, связанной с материнством. В соответствии с постановлением правительства от 30 декабря 2020 года номер 2375 на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года действует механизм прямых выплат. Это означает, что пособие по беременности и родам теперь будет выплачиваться не напрямую через работодателя, а через Фонд социального страхования Российской Федерации. Работодатель обязан в течение 5 дней с момента получения от сотрудника всех необходимых документов для начисления пособия по беременности и родам передать их в Фонд социального страхования по месту своей регистрации. После чего Фонд социального страхования в течение 10 дней рассматривает вопрос о выплате и назначении пособия по беременности и родам, которое перечисляется уже непосредственно физическому лицу.